пожара в цехе холодильников завода «Бирюса». Пожар начался накануне около 8 вечера. Дым было видно с разных концов Красноярска. Спустя 2 часа огонь локализовали, но полностью пожар потушили только ближе к утру. Как сегодня сообщили в МЧС, погибших и пострадавших нет. Основная версия возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Сейчас на месте наш корреспондент Софья Питеркина. Соня, что там происходит сейчас? Да, Лиза, прямо сейчас мы находимся на том месте, где вчера произошел страшный пожар. Это цех холодильников завода «Бирюса», но находится он на территории завода «Красмаш». Прямо сейчас здесь еще, как мы видим, идет дым. Он уже не такой черный, он серый, но все-таки небольшие очаги возгорания еще есть. Здесь по-прежнему работают сотрудники МЧС, которые тушат, чтобы не было угрозы повторного возгорания. Вот как мы видим, за моей спиной находятся сотрудники в форме, это военные, которые гоняют нас здесь, если так можно выразиться. Они запрещают нам снимать и говорят отвернуть камеру, но, как вы видите, мы все равно это делаем. Я добавлю, что возгорание произошло накануне, 8 часов вечера, но полностью ликвидировать открытый огонь удалось только в 8 часов утра сегодня. Известно, что сгорело 50 тысяч холодильников, ну а о том, как развивались события, полная хронология этого пожара в сюжете далее. К слову, в МЧС сказали, что этот пожар был самый масштабный за последнее время.